шестая последовательность. Так, у кузнецов новые доступны предметы. Черт. О, как, Ахмед. Угу. А, и Сулейман. Но так же не ходят. Это европейские правила. Арокко. Интересно. Но, наверное, играть по своим правилам не совсем честно. Став султаном, ты будешь думать иначе. Мне переходить? Сулейман, я понимаю, что тебе тяжело видеть, как мы с твоим отцом спорим за трон Баезида. Дедушка выбрал тебя, а его слово — закон. О чем вообще здесь спорить? Когда-то мы дружили с твоим отцом, но его жестокость и амбиции... Я слышал эти сплетни, дядя. Что ж, мне пора на встречу с визирями. Продолжим игру в другой раз. В любое время. Эдсо. Тарик продает оружие местному барыге, Мануилу Палеологу. Палеолог? Это не к добру. Последним императором Византии был Константин Палеолог. Если его наследник собирает армию, конфликт неизбежен. Тарик знает, куда отправляется оружие. Если я найду его, то выйду по его следу на византийцев. Он будет в казармах со своими янычарами. Чтобы подобраться к нему, нужно стать одним из них. Не проблема. Гюзель, добудь все нужные сведения и убей его. Убить его? Ведь Тарик и твой отец были близкими друзьями. Да, были. Но раз он открыто предал султана, то заслуживает смерти. Интези. Амбициозно, парень. Ну, я прям даже не знаю. Эцио хочет допросить Тарика Барлетти на предмет местонахождения армии тамплиеров. Чтобы приблизиться к Тарику, оденьтесь в янычарскую униформу. А то он тебе все рассказал. Не тот человек. Убейте цель из укрытия. Ну, он, я думаю, перед смертью расскажет, как обычно. Вообще, как бы, вот действия, его действия ничем не отличаются вот от действий того. Ну да. Найдите одинокого янычара. А, раздеть? Угу. Раздеть. Кстати, вот интересный подход. Мы половину нашли, нам карту сделали. Угу. Мне кажется, это правильно. Какая сила! Этот тип выглядит знакомым. Ё-моё, чё вас тут со всех сторон окружили? Не давай, Тарик! Какая артистичность! Вот это трёх! Какие перышки, какой носок. И верно, ангельский должен быть голосок. Мне интересно, одинокий янычар идет. Что? Там, так, я не понял. Цель — это одинокий янычар? Ну посмотри. Или это Тарик? По карте. Что по карте там? Мы же не увидим там, кто там. А, там можно было по канату скатиться и взять штуку. Не можно было. Надо было наверх обратно забираться. Что? Потом возьму. Угу. Кто-то там дорос. Мое терпение на исходе. Просто не убивайте меня, я отдам все, что... Да блин! Золото кинем, а то не так
Хотя... Да я их вообще не видел. Просто начали мешаться так. Тональное зрение. Еще один человек погиб. Наверняка из-за какой-то... Конечно. Конечно. О, там с тобой бегут. Ну, нормально. А тебя там убивают или нет? Нет, все нормально. Ой. Следуйте за янычарами, чтобы проникнуть в их казармы, и отыщите Тарика Барлетти, чтобы выяснить, куда он отправил оружие, купленное Мануилом. Будьте осторожны, ваша маскировка не идеальна и может выдать вас. А маскировку, в смысле, только маску одел? Да. А такую одежду не надо? Блин, я убил этого не из укрытия. Синхронизацию не сделал. А я что-то тоже не прочитала. Осуществите на Тарике убийство в воздухе. Ладно. Какой-то ты не нычар совсем. Ну так и да. Селим понимает нас. Византийцы, мамлюки, сефевиды. Лишь ему хватает смелости бросить им вызов. Дайся внутрь. Мы с тобой до самого. Это так. Селим настоящий воин, как Осман и Мехмед. И почему султан предпочел льву котенка? Слава доброму защитника! Ахмед тих и спокоен, как и сам султан. Боюсь, они слишком похожи. Быть найден и строго наказан. Сообщайте обо всем... А что-то тебя не маскируют там, внутри? Маскируют нормально, видишь, черно-белое все. Только почему он не хочет идти в центре, я не знаю. Они тебя вытискивают оттуда. Как-то криво. Так, и что? Меня демаскировало. О, там. Тебе здесь не место. Вот этого зачем? А, избить надо. А. Типа показать, что ты свой. Ага. А он такой, тираны. А такой, на, получай. Мужик, терпи, шепотом ему так. Так нужно. За правое дело. Да. Такие тихие. Ого. Почему Ахмед торчит в городе? Он же знает, что его не любят. Он как мотылек, летящий на огонь. Все ждет, когда папаша протянет ноги, чтобы он мог зайти на трон. Слыхали? Он предлагал Тарику деньги в обмен на нашу поддержку. Да ладно! Не особо Тарик тоже к Ахмету. Товарищ, один из наших братьев был убит менее часа назад. Убийца снял с него одежду, а тело спрятал. Внимательно смотрите, что происходит на улицах. Кто-то хочет подставить нас. И мы должны быть готовы. Какую одежду он снял-то? Неправда. А может быть из-за того, что нам не одета? А ты знаком с сыном Селима? Принцем Сулейманом? Войдите лично в палатку, сплешься. Но я видел его. Определенно способный юноша. Чего, куда? Уже не юноша. Настоящий мужчина. Мудрый, умённый по годам. А, прятаться типа можно. Угу. Наверное. А, вот так вот прям можно проходить. Кажется, прикольно. Совсем другой. А как пройти вон там? А, вон ходят. Вижу, вижу. Надо в обратную сторону, когда пойдут. Какая разница-то? Ну, ходить. Сейчас лень. Присоединюсь к нему, все. Так а ты думаешь, там кто-нибудь лишний пойдет, что ли? Другой откуда-то? Есть новости с севера? Нету. Селим отступил в Арну. Он понес тяжелые потери. Вот в первый было удобно. Невероятно. Такой нажал, и они тебя сами ведут. Скорее бы все закончил. Да, но чьей победой. Даже сердце не а эти постоянно вытискивают. Оп-оп. А, пошел проверять. Нет. Палатку, в палатку. Ну, я иду. Упс.
Понятно, его не убить. Нельзя, нельзя, да. Мне туда, что ли, получается? Во-во-во, лестница, смотри, там. Справа. Да, тут маршрута нет никакого. А там лестница, я видела. Вон там, да. Вон я она. Вижу, вижу. И дядька там ходил. Мне просто нужно как-то их убирать по одному хотя бы, или что-то такое. Или когда развернуться. А, вот тот туда смотрит. Да, а этот тут ходит. Очень удачно. Обратно ушел. Сейчас, погоди, он тоже пойдет. О, пошел. Черт. Так неудобно. С палаткой с этой. Прикольно. Колодец можешь перебежать пока. Так, хоть лучше. Да, что такое? Он должен сюда подойти, по идее. Проверить, как оно тут. Ага, ты вот такой хоп. Упс. Упс. Арбалета нет. Как? А может быть на ту сторону спрыгнуть пока, вот сейчас, на край? Там кто-то тебя засек на внешнюю стену. Так он, ну и что, что он засек? Не очень тебя пойму. Вдруг пойдет проверять просто. Вообще ничего нет. Как так? Ножей тоже, я смотрю, нет. Ничего у меня не засек, нормально все. Ой. А, вот не так. Надо. Там кто? Там что? Вроде никого. Ага. То есть прыгаем все, утаскиваем этого тележку. Угу. То есть мне туда надо пройти, получается? Типа того. Вот этот сейчас уйдет, отвернется. Смотри, он ходит. Угу. Почему же твои родители? Старик, тебе письмо. Арикуладе. Довольный. Оружие прибыло в Каппадокию, где сейчас стоит армия Мануила. А наши люди все еще с ним? Ивет. Они свяжутся с нами, когда византийцы свернут лагерь. И потом мы встретим их в Бурсе. Кажется, все идет по плану, Эфенди. Ивет. Пока да. Так, его сверху надо, да, убить? Да. Ой. Ну вот, видишь, я все правильно шел. А, вон он ходит. А сверху это откуда? Откуда? Вон, справа. Ну что я могу поделать? Я вижу. Вы же не вниз? О, они вниз. Так. Там еще дядька стоит в углу. Угу. Тут я наверх, наверное, смогу залезть? По идее, смогу. Стоять! Как? Ого! Кажется, мне знаком. Лезет. Стоять! Он мне знаком. Но откуда? Зачем? Ах, черт, забыл, что стрелять-то нечем точно. Что там скрываешь? Стой! Сходи немного! Фу! Так. А, стойте, стойте! Да, блин! Сегодня у нас запрос. Этот похож на... К тем перебежать. Там... Проверять пришел, что ли? А, нет, он просто ходит. Во-во-во, того. Так. Достанешь? Да. На!
Я не уверен, что на самом деле он виноват вообще в чем-то. Ну, у тебя выбора нет. Я понимаю. Какая печальная ирония. Это и есть расследование Сулеймана? Ты вел дела с врагами султана. Ты ждал иной награды за свое предательство. Я виноват. Но не в предательстве. У меня был свой план. Я хотел нанести византийцам удар, когда они не были бы готовы. У тебя есть доказательства? Смотри. Ты выйдешь на византийцев в Каппадокии. Перебей всех, если сможешь. Я ошибался в тебе, Тарик. Прости меня. Защити мою родину, ассасин. Аллах Ашкина. Ну вот. Верни достоинство, что мы потеряли. Угу. Убийца! Стоять! Ну, я теперь... Этой формы одни проблемы. Более чем уверен, что Сулейман тот еще хмырь. Не, ну, в принципе, он может быть и хмырь, да, а может тоже, ты же тоже не знал, вот, какие у него планы. И он точно так же мог не знать. Он даже не захотел разбираться. Понимаешь, в чем дело? То есть вообще, он только услышал, сразу сказал убить. Где парашюты? Парашютов нет. Ну, я говорю, тоже такой амбициозный. Не надо проверять. Не надо. Фу ты! Я ж просил. Ай, бегут! А мне их теперь убивать, когда и совесть не позволяет. Учитывая, что мы там с это, стариком поболтали там. Ау. А бегают-то они замечательно, я смотрю. Да они все делают замечательно. Элитный отряд такой. Стрелять сейчас будет в меня, гад? Может. Верните мне парашюты. Черт побери. А голубеньким это что показывает тебе? Это где спрятаться можно? Да, где спрятаться. Ну просто мне сейчас бесполезно было пытаться. Вот как и сейчас. Ай. Всему городу. Я вообще не здешний. Я не знаю. Я вообще не здешний. Ого. Черт красный. Ай, уйдите. Бомбу кинь, что ли, я не знаю, какую-нибудь. Плохо, плохо это они, в смысле... Чё делают плохо? Плохо? Пу! Вот так. Хотела пересказать, а ты мне тут... Ой. Сиди там и не высовывайся. Наказан. Ох, осведомленность зашкаливает. Ага. Ну так Тарика убил. Ух ты, сколько денег в банке. Пора отсюда уходить. Надо бежать домой. Ой. Ой. Остановить его! Он от нас уходит! А ты что тут делаешь? Это новость? Сошел с ума? Только спрятался. Опять началось. Ну и ну. Вот это силач. Не староват ли он для такого? Фу. Прошу меня извинить. Я всю смену, а ты пробегаешь. Вот это... А, ага. Он от нас уходит. Ухожу. Вы меня обижаете, еще бы не от вас не уходить. О, ого, лошатай. Сейчас спрячусь сначала.
множество других сухофруктов, а также свои знаменитые соленые орешки. А он не хочет с нами работать. Да? Да. Слушай, может, это так запланировано? Может быть. А что у тебя по заданию дальше? Задание у нас с Софией, я смотрю, есть. И восклицательный знак, то есть обычное какое-то. Я предлагаю дальше сюжетку Сулеймана посмотреть. Не староват ли он для такого? А почему в небе ночью птицы летают? А почему Эцио здесь не хочет запрыгивать? Так это твой Эцио. А птицы что, твои? В чем мои птицы? Я у тебя спрашиваю. Нет, но я у тебя про Эцио спрашиваю. Ты мне говоришь, Эцио мой. Ну ты же за него выиграешь. Ну я по логике вещей и про птиц спрашиваю. Эцио выяснил, где находится армия тамплиеров, но оказалось, что в процессе он убил невиновного человека. Поговорите о произошедшей трагедии с Сулейманом. Никого не убивайте. Никого не убивайте. Фу. О, сейчас проверять будет. Угу. Нет, не пойдет. Здесь никого нет. Здесь ничего нет. Зачем я сюда спрыгнул вообще? Убийца. Так. Галас там. Так, так, по краешку. Вожми стенку. Я такой вообще. Стена серенький. Ой, сколько капец вас. Вас. Офигеть. Нам туда прямо? Вон туда нам. А, ну да, нужно по краю, видимо. Как-то. А, отвернись! Блин, везде сверкают. Ага. По левой стороне, ага. Отойдет отсюда. Я спрошу, допрыгну прям к нему, пробегу и надеюсь, все хорошо будет. Тихо. Тарик не предавал нас, Сулейман. Он тоже следил за византийцами. Что? Так значит... Мне жаль. Прости, Аллах. Я не должен был судить столь поспешно. Он до последнего был предан султану. И благодаря его стараниям мы теперь сможем спасти город. О, Тарик, не нужно было ему секретничать. Неужели не было другого пути? Оружие ушло в Каппадокию. Поможете мне попасть туда? Да, конечно. Я прикажу снарядить корабль. Сулейман! Сулейман, меня подставили и выставили предателем. Помнишь Тарика, Янычара? С которым ты не ладил? Кто-то убил его. Все знают, что мы с ним были на ножах. Теперь Янычар обвиняет в его смерти меня. Ужасные новости, дядя. Когда об этом узнает отец, он изгонит меня из города. Ах, прошу прощения. Я не знал, что у тебя гости. Это Марчелло, один из моих советников из Каффы. Буонасера. Марчелло, мне с племянником нужно поговорить наедине.
В общем, корабль будет ждать вас, когда вы решите отбыть. Грация, мио принципе. Мы непременно найдем этого злодея, дядя. Терпение. Ты такой, зырк на него. Угу. Принц Ахмед. Угу. О, девчонки, как раз с ними пойдешь. Каков план? Только аккуратненько. Угу. Как же я? Я не умею по-другому. А, не отвлекайтесь. Иногда чужеземцам приходит время. А, они все ушли. Девчонки. Нормально. Чего? Чего нормально-то? Почему они постоянно отвлекаются сами? Зачем? А тебе вон, смотри, сколько наставили. Специально. Угу. Вот надо было сейчас этих тоже отвлечь. Мы сейчас. А потом уже сделаем. Вот этих. Ну, да, тоже вариант. Просто те же тоже по кругу, наверное, ходят. Ну, пусть ходят сейчас. Разберемся, думаю. Ку-ку. Фу. О, и те двое пошли туда, смотри. Нет. Это мои. Не трогать. А где выход-то вообще? А, опять отвлеклись. Куда? Не, не, все хорошо. Все мои. Оп. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Че-че-че-че? Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так. Они умеют? Они лазить? Нет. Остановись. Все, спасибо за помощь, я пошел. А чего они делают вообще во дворце? Цыганки-то. О, танцовщицы. Да? Ну да. Ну ладно, убедила. Будем считать. О, все, осведомленность упала. Слава богу. Тоже заманали прям. За монашки. Че? Тик. Зачем? Понимаешь, в чем проблема? На кнопке Б висит дать сигнал этим цыганкам, идти за мной или оставаться на месте. И на кнопке Б висит прыгать. Действие, да, вот спрыгивание. Периодически случаются очень странные ситуации. А выше как? А, ну нормально. Ого! На самой макушке. А, денег. 90 тысяч. Офигеть, мы богаты. Надо идти собирать уже. Надо идти шопингом заниматься, да. Вот. Круто. Угу.
back and fold my hands. I'm a car.